и таланты. Добро пожаловать на первый фестиваль «Мы ищем таланты». Кому же достанется наш главный приз? Пора, девочки, приготовьтесь, мы начинаем. Требли-крабли, фокус-покус. Дорогу настоящему таланту. А? Нала, встань в очередь. Сейчас выход Доти. Ничего, я вовсе не против. Начинаем наш конкурс! В этом году в уважаемом жюри карапузов судят дружелюбная Кэти, непреклонная Фэнси и Лэйди. Приглашаю первого участника! Я тут! Нет, сейчас очередь Доти. Ничего, пусть Нала идет. Если хочешь, выходи первым. Стой, нет, я пойду. Нет, я! Простите, девочки, первым идет настоящий талант. Эй, эй, Нала, вернись, сейчас не твоя очередь. Вот послушайте, потому что вы такого не слышали. Никогда в жизни. Иди ты. Спасибо, Доти. Она вернется. Но продолжим наш конкурс. Откроем больше талантов. Я хочу сейчас. Но, Кони, следующее... Опа! Вот это здорово! Жгучие кексики? Этот рецепт на очень изысканный вкус! Я хочу сыграть! Ай! Кто следующий? Нам не хватает волшебства. Фокус-покус, мячик исчезает. А? Крибли-крабли. Не вернулась! Я все контролирую! А теперь он исчезнет. Теперь последний участник. Первый раз не получилось, но сейчас уйдите со сцены, пожалуйста. Какая прелесть! Никто не сдается! С меня хватит, я ухожу. А есть ли еще участники? Что ж, если никого больше нет, то приз присуждается... Знаю я навсегда, друзья мы, дай руку мне, вместе нам не страшно, и где бы ты... Будем повсюду. Мы же тим!
ее получить. Она должна быть уже здесь. Вот увидишь, лучше не бывает. Да! Она здесь! Она здесь! Наконец-то! Здорово! Мне терпится увидеть! Что происходит? Что происходит? Это же суперполивалка 3000! Ого, какая классная! Она поможет мне поливать огород! Какая милая! А что это за рисунки? Посмотрим. Похоже на инструкцию, но я ничего не понимаю. Да, я тоже. Думаю, Нала и Лея помогут нам. Поехали к ним. Вот, держи, я останусь с Леди. Не трогай. Ты можешь сломать. Хорошо, хорошо. Если оставить вот так, то незаметно, что она сломана. Что ты наделала? Моя поливалка! Кони, неужели? Я только слегка задела. Честное слово, я не заметила. Прости, Кэти, мне очень-очень жаль. Что ж, придется починить. Берегись! А, спасите! Поливалка сошла с ума! О, получай! Ух ты! У меня золотая сотка! У меня золотая сотка! Остановите ее! Мой бой! Кони, я не знаю, почему соврала. Простите, пожалуйста. Не бойся говорить мне правду. Я не кусаюсь. Да, ты же очень храбрая. Я уверена, ты не нарочно. И ты спасла всех нас. Это был невероятный прыжок. То есть ты не сердишься? Конечно, нет. Это же просто поливалка. Хотя и супер 3000. Мы летим! О! Вы только посмотрите! Ух ты! Вот это да! Какие огромные! Смотрите! Ух ты! Знаешь что? Она не сломана. Оказывается, я заказала фонтанчик, а не поливалку. В следующий раз буду внимательней. Девочки, обещаю, что больше не буду жать на кнопки. Это самый лучший огород в мире. Моя очередь прыгать. Смотрите, как я умею. Волшебная палочка. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Лиза, ты где-то рядом.
Может, там? Или здесь? А может, здесь? Нашла! Иди сюда, Лиза, я тебя нашла! Ты не можешь больше прятаться! Это не по правилам! Лиза, где же ты? Лиза! Ух ты, красота! Что это за книжка? Мир фантазий? Не открывается! Лиза! Ух ты! Смотри, что я нашла! Волшебная палочка! Что не так? Отличная палочка! Лучше, чем моя! А? Лиза, что это с тобой? Ого! Она и правда волшебная! Давай проверим! Поделим пополам! Конечно! Кусочек тебе, кусочек мне! Ты съела мой кусочек! Нет, ты его съела сама! Врушка, отдай мне мой торт! Я не врушка! Не! Может быть, этой фигуры здесь не было. Ты хитришь. Ты назвала врушкой меня? Я с тобой больше не играю. Лови мячик, Спотти. Давай еще раз. Ты такая смешная, Спот. Смотри, что ты натворила. Вот, я так и знала. Теперь все понятно. Это все ты. Из-за тебя я так и не попробовала тортик. Простите, я не нарочно. Но ведь было весело. Но только тебе. Вот-вот, совсем не весело проигрывать. И измазываться в торте. Я так не играю. Я тоже. Вернитесь, пожалуйста, это всего лишь игра. У меня есть волшебная палочка, вот. Придумала. Поверь мне, Лиза. Посмотрите сюда. Простите меня, пожалуйста. Я хотела только проверить волшебную палочку. Нам стыдно, что мы с тобой поссорились. Ведь у тебя доброе сердце. Magic Tears! Ух ты, вот это торт! Ура! Супер шахматы! Здорово! Спасибо, Лайк! Это так весело! Вы не представляете, что я могу с волшебной палочкой. А? Она же была здесь. А Лиза? Кто-нибудь видел Лизу? Лиза!
там делаешь? Я ищу созвездие, похожее на звездочку. Я тоже хочу. Можно? Конечно, поднимайся. Правее. Там ты увидишь созвездие радуги. Здорово, такое разноцветное. Слева от тебя гравитационная туманность мороженого. Гравита что? А, неважно. Я вижу луну. А? Что? Но я не вижу созвездие звездочки. Знаю, я тоже. Это единственное созвездие, которое я еще не нарисовала. Оно далеко, и отсюда его не видно. Спокойной ночи, Мисси. Завтра я еще попробую. Ой. Что там за шум? Лучше получаюсь. Так я тебя уже снимала. Эй, а? Вы не знаете, откуда весь этот шум? Знаем, это Мисси. У нее очередная гениальная идея. Мисси, да? Мисси, от тебя очень много шума, а я пытаюсь поспать. Доброе утро, Венди! Подержи, пожалуйста, молоток. Отлично, давай его сюда. Готово. Я работала всю ночь. И получилась ракета. Теперь ты сможешь долететь до своего последнего созвездия. И мы устроим космическое путешествие для всех. Ну, можно еще чуть-чуть доработать. Мисси, не думаю, что она куда-то полетит. Но спасибо, ты настоящий друг. Ракету не нужно доделывать. Ты посмотри! Ура! Ура! Здесь есть даже инструкция. Сфотографируй меня здесь. Как мы выглядим? Я нажала и не знаю что. Хватит плакать, забудь об этом, уходим. Я гений. Мисси, что это было? Венди, Лена, Леди и Лулу полетели в космос. О, правда? А когда вернуться? Вернуться? О, ну, назад? Но как? Как они вернутся? Было страшно. Хорошо, что она не взлетела. А то бы мы улетели в космос. Уже стемнело. Ночь настала так быстро. Лена, это не ночь настала. Мы в космосе! Продолжение следует. Скрытое созвездие, вторая часть. А? В чем дело? Венди, Лена, Леди и Лулу улетели в космос на ракете. И мы не знаем, как их вернуть. Я только хотела помочь Венди увидеть созвездие звездочки. Это инструкция к ракете? Давай прочитаем. Там написано, как вернуть ракету назад. А как
Мы расскажем им, они там, а мы здесь. Одна из этих кнопок вернет нас домой. Но какая? А это знает Мисси. Но мы же с вами в космосе. Конечно же, Крайфон! У Кэти есть планшет, так? Мы позвоним ей. Тут Венди, Лена и Леди. Они звонят на планшет. Ура! Привет! Рады вас видеть! Не бойтесь, мы вас спустим! Как? Это же твоя ракета! Что нам делать? Итак, посмотрите, в ракете есть цветные кнопки. Чтобы спуститься, вам нужно набрать комбинацию. Очень важно сделать это быстро. Не ошибитесь, потому что у вас всего 3 попытки. На большее слез волшебства не хватит. Нажимайте. Красную, красную, синюю, зеленую, красную, зеленую, синюю, желтую. Хорошо, поняла. Я нажму красную, красную и синюю. Лена зеленую, красную и зеленую. А Леди синюю и желтую. Все готовы? А, к чему готовы? Жмем! Первая неудачная попытка. Вы перевернулись! Я нет! Лулу, это из-за тебя! Не волнуйтесь, у вас еще 2 попытки! Выше нос, на этот раз все получится! Давайте! Но, где же она? Я не вижу желтую кнопку! Вторая неудачная попытка. Голова кружится, сейчас меня стошнит. Ой, нет, у нас осталась 1 попытка. Я нашла, смотрите. Желтая кнопка должна быть на полу. Нет, почему планшет вдруг погас? Я все утро смотрела, как вырастить лук. Где? Мисси, я тебя не слышу. Где же кнопка? О, нет, связь прервалась. Мы их больше не увидим. Что там, Лулу? А? Пол, большая желтая кнопка. Да. Ну, готовы? Теперь все получится. 1, 2 и 3. Как здорово, что вы вернулись! Ты не рада, Венди? Я была совсем близко к созвездию звездочки, но так его и не увидела. Лулу, что у тебя здесь? Ух ты! Венди, Венди! Посмотрите на фотографии. Их делала Лулу. Невероятно! Это же созвездие звездочки! Теперь созвездие звездочки будет называться созвездие Лулу. Как же будет здорово смотреть на звезды! Ух ты! Смотри, Лулу, твое созвездие! Такими большими пузырями, что когда их лапаешь, идет дождь. Вот бы они были прочными, чтобы кататься, как на пони. О, а эти такие маленькие, что даже не поймать. Я придумала.
Нам нужно выдуть идеальный пузырь. Да! Наука о пузырях очень сложная. Но по этому рецепту мы создадим идеальный пузырь. Нам понадобится вода, мыло и суперпузырная машина 3000+. Что это за изобретение? Какая огромная! И разноцветная! Сперва нам нужна жидкость для пузырей. Я добавлю красок, и пузыри будут красочными. От моих духов они будут вкусно пахнуть. С клубничными кексиками они будут самыми вкусными. Нет! Пузыри же не едят. Нет, больше ничего не кидайте. Нужно соблюдать рецепт. Ладно, хорошо. Жидкость готова. А теперь будем дуть. А? Леди, я сказала дуть. Хорошо, раскомандовалась. Итак, вдох и выдох. На раз, на два и три. Дуйте, дуйте сильнее, пока не выдохнете все. Зверьки готовы? Эти пузыри большие, но сразу лопаются. Они не идеальные. Я знаю, в чем дело. Нужно добавить мыло. Да! Больше мыла, больше мыла, больше мыла. По-моему, это слишком много. Много мыла не бывает. Все оставайтесь на своих местах. Пузыри очень опасные. Девочки добавили слишком много мыла. Неизвестно, что может произойти. Что вы здесь делаете? А ну, вернитесь на место. Эй, смотрите. Стойте, что? Этот пузырь не лопнуть. А все из-за лишнего мыла. Я же говорила, что нужно соблюдать рецепт. Вы все думали, что это игра. И вот что получилось. Да, точно, игра. Помните, как мы лопали маленькие пузыри? А? Играючи! Я ругалась на вас, но нам удалось выдать мегапузырь! Да! Хотя мы чуть-чуть и перестарались. Magic Tears! О, мега-бросок Джиджи, лови! Не смейся! Это не я! Лови обратно! О! Кто это? Какой костюм
Пончик. А к нему еще корона. Не трогайте ее, она с горы фантазий. Она кто? Я читала о них в комиксах. Я знаю все о горе фантазий. Ты правда фантазерка. Ох ты. Бедняжка. Давайте отнесем ее ко мне домой. Уже. Просто согласись, летать ты не умеешь. Эй, я учусь. Зато я умею останавливать время. Останавливать время – ерунда. А вот так ты умеешь? Вкусняшка. Пойдем, нужно найти Фели. Привет. Пришла в себя. О, где? Где это я? В долине. Как тебя зовут? Я Фели. А откуда ты пришла? С горы фантазий. Через портал. Ну вот, она ударилась головой. Плохо дело. Нет, говорю же, она с горы фантазий. Что ты умеешь? Может, летать? Или исчезать? У вас есть облачная горка? Вот она спокойная, как ни в чем не бывало. Вставай, пойдем. Нет, стойте, Фели, как мне попасть на эту гору? Через портал. Ищи сердце с крылышками. Что это оно, поймешь не сразу. Хлопни 3 раза, положи руку на голову, потом на талию. Прыгни вперед и назад. Чем правильнее двигаешься, тем быстрее он откроется. И в конце крикни: раз шагни, два шагни, в мир фантазий портал найти. Так это правда? Теперь вы мне верите? Все идем на гору фантазий. Но как мы найдем портал? А? Я вас догоню. Только захвачу кое-что. Облачная горка. Смотри, твой бантик. О, он весь в блестках. Добро пожаловать, у нас гости. Невидимка. Эй, она летает. Спасибо, что приютили меня. Фэнтези Мэджик Тим. Гора фантазий! Я пришла! Крайбэйбис, Крайбэйбис Мэджик Тирс. В волшебном мире ты друзьям улыбнись. Крайбэйбис Фэнтези! День без способностей. Я дежурю у фонтана. Ура! Привет! Джен, аккуратней! Ну как? Видели, что я умею? Мы видели твою.
твой безумный полет. Каждый день одно и то же. Будь же внимательней. Ты чуть не оставила меня без цветка. А меня без рожка. А меня напугало. Я думала, им понравится. От меня одни проблемы. Я катастрофа. Что ж, не буду больше летать. Так я никого не потревожу. Но без полетов застынет воздух, и на горе фантазий все остановится. Догоняй! Джема, сюда! А? Я готовлю зефирные облачка. Можешь последить за ними. Я мигом вернусь. Конечно. Услышишь звонок? Подлети и выключи, хорошо? Да, да. Я забыла свой рожок. Можешь прилететь с ним? Никаких полетов. Отнеси их ко мне, пожалуйста. Это краски для волшебных кисточек. А мне надо к озеру. Спасибо. Попробуй. Новый вкус. Спасибо. Что мне надо было? Ах да, рожок. Волшебные кисточки! Они красят мороженое! Что я наделала? Зефирные облачка! Это кошмар! Ай, рожок! Посмотри вокруг, вот в чем твой дар. Это все я? Разве не видишь? Ты никогда не останавливаешься, но перестанешь летать, застынет все вокруг. Мир движется благодаря тебе. Ты должна летать. Но из-за моих полетов одни проблемы, а я никого беспокоить не хочу. Ты не права. Летать – это твоя природа. Просто будь чуть-чуть аккуратнее. Вот и все. То есть лети! Спасибо, Джена! Это было великолепно! Летать – это здорово! Фэнтези Мэджик Тирс! После такого надо хорошо поспать. Crybabies, Crybabies Magic Tears. В волшебном мире ты друзьям улыбнись. Crybabies Fantasy. Тайна заколдованной соски. Спот. Воспитанные собачки не лают по ночам.
Это галлюцинация? Настоящая! Вы не представляете, что мне пришлось пережить! Я так испугалась, что не смогла заснуть! Но бриллиантовых сосок не существует! Этого не может быть! Тем более они не летают! Наверное, тебе приснилось! Вот и нет! Я видела, как она залетела в окно! Ведь так, Спот? Это очень подозрительно! Ну-ка, Спот, признавайся, где ты взяла бриллиантовую соску? Спот здесь ни при чем! Доти говорит правду! Это фэнтези! Кажется, они что-то знают. Конечно, мы знаем. Доти встретила бриллиантовую соску привидения. Видите? Я же говорила, что они вру. Легенда гласит, что раз в каждые 100 лет появляется бриллиантовая соска. Внутри нее живет жуткое привидение. Отпугнуть его могут только кексики. Соска с привидением? Какой ужас! Пойду испеку кучу кексиков. Девочки, бояться нечего. Если где-то есть тайна, детектив Кэмми обязательно ее раскроет. Если привидение вернется, мы будем все вместе, и никто нам ничего не сделает. И все же я не верю ни единому слову. Привидений не бывает. И я докажу это с помощью маскировки. Эй, просыпайся, хватит спать, Соня. Я приготовила бутылочки и напекла кучу кексиков для защиты. Спасибо, Кони. Девочки, это не для еды, а чтобы отпугивать привидения. Это так вкусно, что мне даже больше не страшно. Оно за мной, да? Да! Разве привидение не должно было испугаться кексиков? Они проглотили эту сказку, а мы съедим их кексики. Видели бы вы лицо Доти, когда она увидела бриллиантовую соску? Ага, теперь все понятно. Эти привидения любят кексики Кони, да? Что ж, будут вам кексики. Ладно, пойду принесу еще. Да, мне с клубничной начинкой, а мне с шоколадной. Давайте! Вот вам кексики привидения. Быть побитыми кексиками — вот это сказка. Вы нас простите, мы просто пошутили. Держи, это моя бриллиантовая соска. Спасибо тебе. А это было весело. Обожаю расследование. Еще кексиков. Посмотрите, какая слезинка. Фэнтези Мэджик Тирс. Вот-вот начнется. Кексики уже готовы? Они в духовке. Еще пара минут. Пенни понравится мой новый чайный сервиз. Он такой красивый. А?
Иду. Джиджи зовет. Пойдем. Но я готовлю. Быстрее. Мы идем в поход. Там замечательная природа и много-много ягод. Ура! Ура! Как же мое чаепитие? Кьюти, вынь кексики из духовки. Мы идем в поход. Обещаю, будет весело. Тебе понравится. Я не люблю ходить в лес. Эй! Эй, девочки, вы Кьюти не видели? Идеально! Палатка установлена по правилам. Ха-ха-ха-ха! Куда ты собралась со всем этим? Здесь только необходимое. Все это лишнее в походе. А вот компас нам понадобится. Глупости. Леди, Джиджи, мы идем за ягодами. Пойдем, леди, будет весело. Пен, ты где? Пен! Пен! О! Леди, нельзя уходить от остальных! А! Смотри, какие ягоды! А! Наверное, ядовитые. Не буду их собирать. Позови, когда закончите. Ты не можешь лечь спать. Нужно пойти с остальными. Очень важно держаться вместе, чтобы не заблудиться. Это невероятно. Леди! Леди, не бойся, это я! Я не боюсь. Я искала ягоды. Ну да, пора уходить. Уже поздно. Мой компас покажет нам, куда идти. Компас, скукотища. Я сама найду дорогу домой. А это что? Берегись, леди! Мне самой все делать. Ух ты, вот это здорово! Да ладно, нам сюда? Нет, сюда, иди за мной! Как же кушать хочется. Я бы даже поменяла свои духи на кексик Кони. Кушать хочу. Когда мы придем? Джиджи! Леди! Ура! 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 Спасибо, что ты и твой компас спасли меня, ведь мне было очень страшно. А тебе спасибо за духи. Из нас получилась отличная команда. Ух ты! Устроила чаепитие. Не хватает только кексиков Кони. Да, но я не знаю, где Кьюти. Вот и вы! Кьюти, Пен, вы самые лучшие! Да, поход на природу, это все-таки здорово! Спасибо, девочка! Переводчик для зверушек. Я же говорила, Лу великолепно. Но чем вы смеетесь? Лу рассказывает самые смешные истории во всей долине. Ух ты, я тоже хочу посмеяться. И я.
Но я ничего не поняла. Я тоже. Мы хотим понимать, Лу. Успокойтесь, девочки. Пора навестить нашу гадалку. Кина! Я ждала тебя. Чем вам помочь? Мы хотим... Не говори. Мы хотим научиться понимать Лу. Хотите понимать Лу? У меня есть то, что вам надо. Это не то, это тоже. Ага, вот он, словесный шлем. Ух ты, какое название! Какие на нем миленькие кристаллы! Проверим. Давай, Лу, пошути. В долине меня называют овечкой. Почему? Я могу делать так. Как смешно. Эй, Люси, оставишь ее нам на выходные? Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, оставайся. Почему океан не высыхает? У него нет полотенца. Как смешно. Ты замечательный комик. Я еще так могу. Смотрите, я марсианка, прилетела захватить вашу планету. Бойте, земляне. Я робот. Бип-бип-бип. Я усач. Ну, ты самая веселая зверушка из всех. За твои шутки я дам тебе мороженое из падающих звезд. А я дам тебе танцующие пузыри. А я подарю тебе вихрь блесток. Лу-лу, 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 лу-лу. Лу, пора уходить. Снимай шлем. Не хочу, я хочу выступать. Я звезда комедии. Ты кто? Мы хотим, чтобы она осталась еще. С ней так весело. Но ей пора домой. А, Люси, не будь такой. Позволь ей еще поиграть. Ладно, хорошо. Ты хоть немножко будешь по мне скучать? Хочу вам представить суперзвезду Лу! Артисту тоже нужно иногда отдыхать. Тебя ждут у большого дерева. Но я играла. Пойдем поиграешь в другой раз. Тебя хотят видеть на ватном облаке. Где Лу? Нужно ее. Чем заканчивается шутка про пожарного? Я так больше не могу. Я хочу домой. Вот она! Лу-лу, 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 лу-лу. Давай, Лу, покажи робота. Вернись. Лу. Лу-лу, лу-лу. Все хорошо. Я решила, у тебя неприятности. Шутить. Я хочу домой, к тебе. Мы много от тебя требовали, да? Но с тобой так весело. Мы готовы слушать тебя целыми днями. Давай я сниму с тебя шлем. Она говорит, что еще вернется, но сейчас она хочет поспать. Люси, обещаю, в следующий раз мы будем внимательнее к Лу. Фэнтези Мэджик Тирс! Ура! Должно быть здесь.
Кристал всегда говорила, что ее дом особенный. А по-моему, они все одинаковые. Привет, девочки. Ты знаешь, где дом Кристал? Она болеет, и мы идем ее проведать. Конечно. Пойдемте со мной. Ее дом дальше на холме. Та-дам! Ого, какой домик! Ух ты! Мне нравится! В духе Кристал! Привет! Кристал дома? Кристал, как себя чувствуешь? Я принесла тебе подарок. Спасибо. Правда, сейчас мне совсем не хочется плавать. Посмотрим, что с тобой. Ты вся горишь. Если положить компресс, то жар спадет. Тук-тук-тук. Сердце делает 1000 ударов в час. Ой, сколько пятен, ты похожа на кекс с изюмом. Ей нужно сделать укол. Нет-нет, мне уже лучше. Ой! Эй, а что здесь делает обезьянка? А? Обезьянка? Здесь нет обезьянки. Бросишь мне кокосовый орех с той пальмы? Обезьянка, брось мне кокос, пожалуйста. А ну-ка, слезай оттуда! Что ты делаешь? У нее сильный жар, сыпь, и она бредит! Это снежная лихорадка! Беспокоиться не о чем, все пройдет часа через 2. Что, в доме идет дождь? Нет, это крыша тает! О, спасибо, обезьянка! У Кристал сильный жар. Если ее не вылечить, она весь дом растопит. Я все испробовала. Теперь нужно подождать. Только без паники. Я побегу, приготовлю лекарственный чай. Он ей поможет. Еще предложение. А если... Нет, ничего больше не могу придумать. Давайте усадим ее. Может, нам подуть на нее? Такие милые обезьянки. Вот увидишь, это особенный чай. Он тебя вылечит. Спасибо за кокос, обезьянка. Чай был очень горячим. Нужно срочно охладить дом. О, придумала. Я включу на полную. Кажется, помогает. Ой, я не хочу на карусель. У меня голова кружится. Дом тает даже с вентилятором. О! Отлично придумано. Быстрее, нужно закрыть все иглу. Я так устала. У меня даже рожки болят. А? Вы еще здесь? Спасибо, мне стало лучше. Давай проверим. О, наконец-то у тебя спал жар. Сделать тебе массаж. Хочешь печенье? Сказку на ночь. Я не хочу спать. Эй, а зачем здесь лед? У тебя был такой жар, что дом начал таять. И мы закрыли стены кубиками льда. Это Сноуи придумала. Какие же вы умные девочки. Вы и меня вылечили, и мой дом спасли. Мэджик Тирс! Да, здорово!
мороженое с разными вкусами. Как же жарко! Идите сюда, здесь прохладней. А нам не бывает жарко, на облачке всегда приятно. Я придумала, как вам охладиться. Только быстрее, а то у меня мозги начинают плавиться. Ух ты, мой кексик стал мороженым. Моя коляска нет? Вкусно ведь, правда? Фу, какое-то странное мороженое. На горе фантазии мы едим мороженое из разных вещей. Оно нам так нравится. Очень вкусно! Конечно же, по вкусу это мороженое, а не вещи. Лучше бы по вкусу оно напоминало вещи. Знаю, мы смешаем мои кексики с вашим мороженым. Я много приготовила. Если мы соединим кексики с этими вещами, вкус мороженого понравится всем. Идея мне нравится. Шляпка и клубника, клубничная шляпка. Шоколад и бутылочка, шоколадная бутылочка. Шарик и ваниль, ванильный шарик. Очень оригинальный вкус. И мгновенно охлаждает. Я назову его буйство фантазий. Здорово! Мы приготовим мороженое, а вы его раздадите. Пожалуйста, принесите ко мне домой. И ко мне, и ко мне. И как же мне все это разнести? У меня для тебя сюрприз, Кони. Теперь можешь смотреть. Ура! Я немного поработала с твоей коляской. Можешь развозить мороженое? Да! Мороженое уже в пути! Мороженое так весело! Мороженое! Вкусное мороженое! Ванильный башмачок, пожалуйста! Посмотрим, какой барабан на вкус! А я сделаю мороженое вот с этим! Как весело! Мороженое! 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 Пойду кататься на сноуборде. Что ж, я все раздала. Я не с этим вкусом просила, можно другое? Мне тройной рожок. Как жарко! Когда будет новое мороженое? Внимание, девочки, нам... Что здесь случилось? Но у нас закончились вещи. Осталась летающая тарелка. Стойте! Отдайте летающую тарелку! Девочки хотят еще мороженого! Дай сюда! Что с тобой? Что это с Кони? Мы просили у нее слишком много мороженого. Кони такая добрая, мы должны ее поблагодарить. Устроим ей сюрприз. Вы поможете? Давайте соберем все наши любимые вещи и превратим их в мороженое буйство фантазий. Ух ты! Какое мороженое! Кони, это тебе за то, что ты замечательный друг. Это самое вкусное освежающее мороженое в мире. Все могут брать мороженого сколько хотят. И как я об этом не подумала. Со вкусом вещей.
Ладно. Готово. Теперь тыква. Успокойся, я тебе помогу. Правее, но немного. Что с тобой случилось? Вот так хорошо, я правильно целюсь. Куда мне бить? Ни слова не понимаю. Ты говоришь, как простуженный слон. О, что-то мне нехорошо. Что случилось? Начнется вечеринка. А, это же тыква-зомби! Помедленней! Не бегай за своим хвостом. О, отлично! Это Бонни! Что случилось? Ты застряла? Она не снимается. Пойдем на вечеринку, попросим помощи. Хотя тыква — это идеальный костюм на Хэллоуин. Ты точно не хочешь оставить его до завтра? Спасите! Монстр вернулся! Доти, если дать руку монстру, он ее откусит. Кажется, ты слегка преувеличиваешь. Вы куда? Это не монстр. Смотрите, монстр плачет. Давно это монстры начали плакать? Может, это и правда Бонни? Я вам это давно твержу. У нее голова в тыкве застряла. О, прости, что назвала тебя монстром. Я помогу тебе. Не так же! Так ей будет больно. Знаю, может, просто съесть тыкву? Сырую тыкву? Фу, ну и гадость. Нужно стащить ее всем вместе. Да! На счет три. Раз, два, три! Давайте еще раз! Ура! Свобода! Crime babies.
все починит. Венди, смотри. Секундочку, я занята с Луной. Венди, ты поможешь мне снять это? Ты видела кратеры на Луне? Они похожи на глаза. Леди! Ну-ка посмотрим. Я мастер по веревкам. Если это продеть сюда и сюда... Ой! Венди, помоги! Почему вы плачете? Итак, сейчас я вас освобожу. Поехали! Здорово, голова кружится, будто на карусели. Я поеду быстрее. Ой, узел на веревке. Венди, помоги нам. Развяжи, пожалуйста, узел. Вы видели, как Луна улыбается? Ой. Венди вечно витает в облаках со своей луной. Она вообще не обращает на нас внимания. Плохой из нее друг. Она думает только о себе и нам не поможет. Ты не приведешь Мисси? Я даже не знаю, с чего начать. Хочешь, я ее починю? Ты знаешь, как? Вряд ли это сложнее, чем степень по астрофизике. Руль ставим наверх. Но это колесо. Точно, колесо ставим вниз. Сколько у нее колес? 4. Вам помочь? Да, пожалуйста. Я все починю. Нужно только подтянуть немного здесь и чуть-чуть затянуть вот тут. Я починю, ведь именно для этого и нужны друзья. Та-ра! Прошу вас, друзья, вы всегда можете рассчитывать на меня. А? Это кладем сюда, это сюда, а это... Помощь не требуется? Нет, спасибо, почти готово. Получилось идеально. А теперь я помогу Леди, лучшей подруге. Помоги мне починить коляску. Это ужасно. Вот что она сделала с оградой Кэти. Нет. Я все соберу. Это кошмар. Она пытается помочь нам, но если так и дальше пойдет, нас прибьют к ограде или к колесу. Кто-то должен остановить ее. Я помогу тебе, подруга. Не стоит. Мисси, нужно было просить тебя помочь чинить вещи. Я ни на что не гожусь. Да, у меня хорошо получается. Можем работать вместе, если хочешь. К тому же, кое в чем ты хороша. Ты прекрасно разбираешься в звездах, и я бы поучилась от тебя. Здорово. Да. Теперь мы сможем смотреть на звезды вместе. Здорово! Ух ты! Не волнуйся, Винни, я все починю. Нет! Край
большое приключение. Смотри! Ой, осторожно! Дай мне посмотреть! Ух ты! Фантастический бриллиант! Ничего себе! Это же конфетка! Эй! Ищите сокровища? Вот, смотрите, эта карта приведет вас к большому рубину на огромной бирюзинке. Согласно легенде о великой исследовательнице Соске Джонс, это было... Исследователи, мы едем за сокровищами! Да! Как мило! Есть велосипед и лодка. И кровать, чтобы отдыхать. Пора ехать. Вам лучше остаться. Вам может стать плохо. Это опасное приключение. Мы едем все в автобусе. Большое приключение. Быстрее! О, мы уже приехали. Посмотри на дома. Такие красивые и сверкающие. Ой-ой, мне надо пописать. Коаль, идем туда! Эй, подождите меня! Может, нам вернуться к автобусу? Ни за что! Мы должны найти объездную дорогу и сокровище! Я нашла голубые деревья! Думаешь? А круглый ключ? Здесь ничего нет! Нужно сделать два шага вправо, а потом два шага влево. Вправо, вправо, влево, влево. О, вернулись на то же место. Здесь вокруг ничего нет. Карта неправильная. Это так сложно. Нам никогда не найти большой рубин. И огромную бирюзинку. О, смотрите, я нашла шарик. Круглый ключ. Ура! Мы его теряем! Нужно догнать ключ! Быстрее в автобус! Коля, это твой автобус? В автобус. Неважно, вы чуть его не разбили, ведь вы сами могли пострадать. Мы потеряли шар и сокровище. Нет, смотрите, сокровище, оно должно быть там. Это большой рубин на огромной бирюзинке. Точно, это он. Такой красивый. Красота. Сокровище. Думаешь, они поверили в историю про карту Соски Джонс? Не знаю, но здесь так тихо. Волшебном мире ты друзьям улыбнись. Край
Анна на Ютьюбе. Что ты делаешь? Наблюдаю. А сейчас? А сейчас? Что с вами? Нам скучно. Можно заняться чем-то другим? Знаю. Давайте посмотрим, как дела в долине. Что это? Оно с листами. И со словами. Смотрите, там игрушки. Дай мне посмотреть, дай посмотреть. Я вижу леди. Цветные лизуны. Обожаю их. Такие оригинальные. Сходим в гости в долину. Да! Смотрите, Лена! Научишь нас делать то, что вы делаете здесь? Здесь? Да, перемещать вещи, не дуя на них. Придавать форму вязким лизунам. И играть с коробкой полной слов. Я бы с удовольствием, правда. Но мне нужно идти, потому что у меня кексики в духовке. Ты делаешь их в духовке? Без волшебства? Можно посмотреть? Конечно, я знаю, как делать все на свете. Вы ведь обратились к Лене, влиятельной законодательнице мод в долине. Вы можете увидеть все, чем я занимаюсь на канале Ленины штучки. По моим видео вы научитесь всему, чему захотите. У меня сотни последователей. Последователи? Но я никого не вижу. Стойте-ка. Она говорила что-то о канале. Может, нужно положить это в воду? Ай! Смотрите, оно плывет как утенок. Ой! Нет, похоже, мы сделали что-то не так. Стой-ка, ты ничего не знаешь. Это явно работает как коробка полная слов. Хватит, оно не для этого. Может, эта штука нужна для игры в мяч? Ой, оно меня укусило. Ой, ай! Лена заперта в этой коробочке. Выходи, Лена, выходи оттуда. Стойте-ка. Лена умеет танцевать. Смотрите. Привет, друзья. Добро пожаловать на канал Лены. Сегодня нас порадует забавная книжка и липкий лизун. Я хочу этого лизунчика. А я хочу коробочку слов. Дайте мне. Нет. Куда она ушла? Наверное, спряталась. Лена, ты там? Да, я здесь. Что вы делаете с ноутбуком? Где мои видео? Вы их удалили? Прости нас, Лена. Но мой канал, мои подписчики и последователи. Знаю, но мы можем все вместе записать новые видео и вернуть твой канал. Только ты должна показать нам, как стать последователем. Итак, готовы? Мотор! Не так, хватай его второй рукой. Чуть не сбила тебя ледяным лизунчиком. Лови огненного лизунчика. Ледяной лизунчик. Огненный лизунчик. Давайте попробуем. Это делается так. Теперь ваш черед. Внимание, начали. Эй, гадость! Не трогай меня! Слюнявый палец. Мне больше не быть популярным. И у меня не будет больше подписчиков из-за вас. Эй, почему ты так зациклилась на подписчиках? Тебе не нужны миллионы друзей на канале. У тебя есть мы. Что еще ты хочешь? Последователи, они у тебя есть. Мы следуем за Леной. Да! Вы правы. У меня самые лучшие друзья в мире. Фэнтези Мэджик Тирс!
ножками. Я пойду на ту сторону. Раз шагни, два шагни. Портал фэнтези найди. Да! Предсказание Тины. Видишь? Да, да, летаю! Летаю! Ой, нет! Молодец! Привет, фэнтези! Я пришла пригласить всех вас. На фестиваль поэзии? Здорово! Быстрее летим! Я никогда не привыкну к этому миру. Бабе с тобой не согласна. Интересно, Тина дома? Я знала, что ты придешь. Входи. Заходи, Бабе, давай лапку. Завтра я буду исполнять свои стихи. Песню я спою, всех этим удивлю. А идти обязательно? Песенки поем, весело живем. Видишь, я тоже могу рифмовать слова. Нет, тебе нужна практика. Не скажешь, какая завтра будет погода? Скажу, но мне нужно сосредоточиться. Сосредоточиваюсь. О, нет, аккуратнее с водой, сейчас все промокнет. Вода – это опасность. Она сказала «вода», только не это, бежим. Ой-ой-ой. Если я скажу, что солнце не появится, я солгу, потому что оно будет светить ярко. А? Она куда-то спешит, нервничает из-за премьеры. Какой мне идет больше? Розовый или светло-розовый? Светло-розовый! Розовый – это скучно! Вот еще! Светло-розовый скучнее! Завтра наступит конец света! Тина увидела в своем шаре потоки воды! Все вокруг промокнет! Что? Потом! Рита, летим отсюда! Нас затопит! Мы не можем просто уйти из долины! Нужно переждать потоп! Ну... Если только у тебя дома есть лодка. Вот оно! Построим лодку, чтобы всем хватило места. Успокойтесь, лодка спасет нас от потопа. В крайнем случае мы поплывем. Да, но как я буду выступать? А мне очень хотелось петь мои стихи. Я люблю свой дом, не хочу его терять. Что это с вами? Почему вы в ванночке? Наверное, у них так принято. Дома! Дождь! Потоп! Какой потоп? Ты видела потоки воды в своем шаре, что все кругом промокнет. Вот и нет. Эта тень опрокинула бутылочку. Я сказала, что будет яркое солнце. Правда? Значит, потопа не будет? Конечно, нет. Ура! Я исполню свои песни. Балерина танцует лучше всех в долине. Леди наша звезда сияет ярко, она. Дина любит летать и на плаксоне играть. Ой, боже, спасайтесь. Твои стихи прекрасны, но поешь ты так себе. И все же ты вызвала дождь. Ну и ну, вот это потоп. Край бэйбис, край бэйбис, Мэджик
кусочек-сердечек. Ты готова? Наконец-то я увижу бабочек-сердечек. Вчерашняя серия «Край файлов» великолепна. Там говорили о летающих тарелках и марсианах. Эй, а где остальные? Я же просила вас не опаздывать. Ты сама опаздываешь. Ладно, но сегодня единственный день в году, когда можно увидеть бабочек-сердечек. На такое зрелище нельзя опаздывать. Новые пижамки. Такие красивые. Фото, еще фото. Мы надели эти пижамки по особому случаю. Нужно спешить, а то я все пропущу. Кали, что с тобой? Я не могу найти автобус. А там меня ждет Као. Мне жаль, но думаю, кто-нибудь с горы фантазий поможет тебе его найти. Пойдемте. Стой, Панди, ты же хорошо знаешь лес. Ты должна помочь Коале. Но я хочу увидеть бабочек. Пожалуйста, Панди. Ладно, если поторопиться и разделиться на группы, мы успеем и бабочек увидеть, и помочь Коале. Где ты в последний раз видела автобус? Помню, я его припарковала под деревьями. Мы ведь в лесу. Поконкретней, пожалуйста. Простите, я не завтракала. Эй, Нала, есть яблоки? Здорово. Пикник, ура! Да, бросай их мне. Я нашла бриллиантовую соску. Эми, расскажи мне о марсианах. Я не хочу запачкать новую пижамку. Когда прилетели марсиане, от них было много шума. А как вообще нашли марсиан? Найти их летающую тарелку очень легко. Они оставляют следы на земле, как вот эти, и ослепляют светом. Вот так. А еще они обычно прячутся в лесу. Вот в таком. Осторожно, зачем вы бежите? Бедный Као, где же он? В конце концов, я так и не увижу бабочек-сердечек. Марсиане, моя новая пижамка! Все, хватит! Я больше не буду искать! Но, Панди, марсиане схватили Као! Какие марсиане? Нет, нет и нет! Я пыталась помочь, но вы несерьезны! И я ухожу смотреть на бабочек-сердечек! Нала голодна, Джиджи на пикнике, а теперь еще и марсиане! Я пыталась помочь, честно, но они такие глупые! Вот они, бабочки-сердечки за этим холмом. Пен? Пен? Пен, ты меня напугала. Автобус Куали. Бедный Као, он, наверное, напуган. Но бабочки так близко. Я не знаю, что делать. Я не боюсь, марсиан. Я просто побежала вместе с вами. Марсиане! Као! Где же ты был? Панди, ты нашла Као? Но как же твои бабочки? Вы с Као для меня важнее. Я так вас люблю. В любом случае марсиан не бывает. Марсиане! Смотри, Панди, это бабочки и сердечки. Ну, конечно же, как я не подумала. Они слетаются на свет. Wow.
веселых шуток. Доброе утро, Мика. Давай мне, ну же. Отдай же. Прекрати, Мика, пожалуйста. Ой. Ну, конечно, сегодня день розыгрышей. Я не поддамся на розыгрыш. В этом году я буду все тщательно расследовать, и никто меня не проведет. А, монстр! Привет, Мика, смотри, что у меня есть. Какой красивый. Нравится? Это акваплюнтик. Хочешь понюхать? Да, да. Странное название. С днем розыгрышей! Не хочу попадаться на розыгрыш. Кэмми, я угощу тебя успокаивающим чаем. Тебе станет лучше. Хорошо, но если это еще одна шутка, учти, я на нее не попадусь. Тебе понравится. Он вкусный. Ты не поменяешь чашку на всякий случай? Конечно. Ты садись, пей свой чай. С днем розыгрышей. Ну все, хватит. Никому больше нельзя верить. Я уйду в лес, и меня оставят в покое. За розыгрыш придумали Люси и Лу. Даже здесь небезопасно. Нельзя сказать, что именно нас поджидает. Хотя я знаю, кто нам поможет. Тина, пожалуйста, нам нужно знать, кто и как хочет подшутить над нами. Этот вопрос можно задать ларцу судьбы. Судьбы? Посмотрим. С днем розыгрышей. Прости, не смогла удержаться. Прости, не смогла удержаться. Просто скажи, какие еще будут розыгрыши? Хорошо, только один, но точно непонятно. Знаю только, что он будет с шарами. С шарами? Ха, мы будем на чеку. Спасибо, пойдем, Мика. Ага, шарик. На этот раз меня не подловят. Ага, попал. Эй, из-за тебя лопнул мой огромный пузырь. Беги, Мика, беги. Где ты? Я тебя найду. Вот, вот, еще один шар. Мир мой, мой. Попалась. Ой. Хочешь поиграть? Мир может быть твоим. Невозможно, мы на секретном задании. А? Это точно они. Эти шары розыгрыш. У нас карнавал? За мной! Отлично! Шутки не будет! Сюрприз! С днем рождения, Венди! С днем рождения, Венди! Вы хотели разыграть нас? Нет. Спасибо, девочки. Это так неожиданно. А, в чем дело? Кэмми испортила твой подарок. Я так хотела шарики. Я думала, это розыгрыш. Я не хотела портить тебе праздник. Я обещаю, никогда не забуду, что у тебя день рождения в день розыгрышей. Не переживай, это просто шарики. Magic Teams! Золотая соска! Это лучший день рождения в жизни! То есть лучший розыгрыш на день рождения? А?
девочки, до Рождества осталось совсем немного. А нам еще столько бантиков нужно завязать. Все должно выглядеть празднично. Как дела с цветами? Замечательно. А двумя руками ты умеешь? Конечно. Смотри, ты удивишься. Та-да! О! Ладно, продолжай одной рукой, но побыстрее. Ух ты! Здорово получается! Спасибо, но еще много нужно успеть. И не забудьте написать рождественские письма. Потом, потом. Сейчас мы заняты. Хорошо. Шевелись, Лея. Нам нужны фонарики. Заходи, Кони, посмотри на это. Мой рождественский календарь. Каждое окошко — это один день, а внутри волшебный подарок. Ух ты, осталось открыть только два окошка. А значит, до Рождества осталось два дня. И мы срочно должны написать письма. Пойду скажу всем. Ой! Наконец-то последний. Если ты закончила, помоги мне с рождественскими шарами. Тебе нужны шары? Получай! Хватит! Снег — это не по-рождественски. Почему ты командуешь? Я теперь главная. Лея, посыпь снегом венки. Эй! До Рождества осталось два дня. Вы написали письма и попросили подарки. Очень смешно. Подарки? Да. Когда отправляла свое, но вы не слушали. Значит, у тебя есть подарок? Что это? И я хочу. Его не видно, он особенный. Особенный? Наверное, он очень маленький. Здесь подарков нет. Чего ты так радуешься? Ведь подарков здесь нет. Он здесь, только его не видно. Я попросила, чтобы мы все были вместе и не ссорились. Это и есть Рождество. Ты лучшая подруга во всем мире. Magic Tears! Ладно, и где вы взяли эти подарки? Что? Серьезно? Вы открыли оставшиеся два окошка на календаре? Значит, сегодня еще не Рождество, оно завтра! А раз оно завтра, мы еще успеем написать письма. Да! Я попрошу то же самое, что и Кони. Всегда быть вместе. Я тоже. И я. О, да. Я тоже попрошу, чтобы нам всегда быть вместе. Нам немало предстоит сделать вместе. Вот увидишь.
смешная, разговариваешь с цветком. Эй, он очень ранимый. Она напугала тебя, мой цветочек. Она напугала тебя, мой цветочек. Что случилось? Дина вечно смеется надо мной. А ты все та же. Целыми днями со своим цветком. Признайся, ты жить без него не можешь. Да? А что ты со своим рожком и со значком? Это совсем другое. С рожком очень весело, а значок светится. К тому же я легко смогу прожить и без них, а ты без своего цветка нет. Ну уж нет, я тоже могу жить без цветка. Хорошо, хорошо, может так и попробуйте. Вот правило. В течение недели Ризи и Диди будут присматривать за вашими вещами, чтобы вы их не трогали. Победи та, кто продержится дольше. Если Рози победит, я отдам свои пузыри. Я отдам кренделек, если победит Дина. У меня видение. Победителем станет та, кто не проиграет, а проиграет та, что не сможет победить. Потрясающе! Вот это волшебство! Начнем испытание. Первый день без вещей. Здравствуй, деревце. Как дела? О, мой цветочек дружелюбней. Эй, Костик, а у тебя как дела? Как же здесь тихо. Привет, привет! Эх, кричать не получается. Дуть в рожок было бы гораздо веселее. И как ты держишься? Скучаешь по своим вещам, да? Я по своим совсем не скучаю. О каких вещах ты говоришь? Как я могу скучать, если я не помню ни цветка, ни рожка, ничего? О, отлично! Продолжай в том же духе. И ты тоже, Дина, рада была повидаться. Интересно, как там мой цветочек? Я всегда читала ему сказки на ночь. Если не сыграю колыбельную на рожке, я не засну. Второй день без вещей. Привет! Как вы справляетесь? Сегодня ведь так жарко. Привет! Ха, Дина, что ты здесь делаешь? Ничего, просто проходила мимо и подумала, как здесь Ризи и Диди. Да, я тоже. Вы не против, если я проверю свой рожок? О, да, я тоже хочу проверить. Ой! Так не должно быть. Все равно, пусть я проиграю, но я хочу свой цветок и блестящие рожки. Я хочу свой рожок и значок. Нам нужен план. Наша задача – пробраться в пещеру и незаметно забрать свои вещи. И как это сделать? Я оденусь разносчиком пиццы и дам Ризи и Диди пиццу, перед которой они не смогут устоять. О! И когда они отвлекутся, ты откроешь сундук и заберешь наши волшебные вещи. Это идеальный план. Здесь пусто. Нет! Отдайте мне мой цветочек и пиццу. Мне нужны мои волшебные вещи. Ой! Мы жить без них не можем. В чем-то мы очень похожи. Да, мы жить не можем без вещей, с которыми мы счастливы. Фэнтези Мэджик Тирс! Да, 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 да! Хорошо, что ни одна из них не победила. В мире фэнтези проходит
Рядом идет ее тренер по веселью Дина. Что мне делать? Прыжок звезды. О, я все еще не привыкла. Давай, будет весело. Ну, почти неплохо. Но давай еще раз. Должно получиться лучше. А? Я не выиграю бриллиантовую соску, хотя все ждут от меня этого. Сосредоточься на веселье. Ты только и думаешь о веселье. Если тебе не будет весело, ты никогда не победишь. Я пытаюсь помочь тебе, но ты не помогаешь. И если это так просто, то иди сама и победи. Вот-вот начнется первое состязание. Бег по облакам. На старт. Внимание. Ой, мне сообщили, что у нас новый участник. Давайте тепло поприветствуем Дину. Привет. На чем я остановилась? Ах, да, марш! Это так просто! Видишь, зрителям нравится веселье. Невероятно! Дримми установила новый рекорд! Видишь, вот где веселье. Мне никто не поможет. Второе состязание – метание неожиданных предметов. Ой! Дженна, твоя очередь. Вот что значит веселье. Спортсмены идут вровень, и в последнем состязании они выложатся по полной. Прыжки на грибах. На старт. Внимание, марш! В чем дело? Продолжим состязание. Очередь Дины. Ой, давай, вставай, это же весело. Ты жульничаешь. Я? Сама-то. Жульничество на фэнтези-олимпиаде? Невероятно, как это некрасиво. Мы проведем еще одно состязание, где никто не сможет жульничать. Тот, кто сорвет трофей с великого дерева, не используя свою силу, победит. Да! Аккуратнее! Это ты аккуратнее! Я так скучала по нашему веселью. И я. Состязания так выматывают. У меня идея. Прошу внимания, сейчас будет выполнен прыжок звезды. У тебя получится. Невероятно! Это самый веселый прыжок, какой мы только видели! Да! Ура! Ура! Фэнтези Мэджик Тирс! Здорово! Молодец! Вот это да! Вот, возьми, это она твоя! Вот это достойный финал фэнтези-олимпиады! Crybabies, Crybabies Magic Tears. В волшебном мире ты друзьям улыбнись. Crybabies Fantasy! Забавный случай с Кэмми. Где
обожаю смотреть, как ты пугаешься. Что случилось? Мы не можем найти Леди, и Лулу расстроена. Мы не знаем, где еще искать. Этот случай как раз для детектива Гэмми. Сюда! Ух ты! Думаю, это... Сахарная вата! Прямо под дверью дома Леди? Это может значить только одно. Леди на ярмарке! Нет, Люси, вата! Сахар! Она на горе фантазий! За мной! Крылатое сердце, мы пришли! На ту сторону нас пусти! Раз шагни, два шагни, портал фэнтези найди! У-ху! Здорово! Нужно поискать Леди. Не стоит привлекать к себе внимание. Эй, так нечестно! Я так не умею! Это же мир фантазий! Можешь делать, что хочешь! Такие аппетитные, как те, что из долины. Те, что из долины, самые вкусные, интересно. Эти такие же? Давай попробуем. Постой, самые ароматные нет. Их нужно запечь. Долина? Самые вкусные? Запечь? Леди, они превратили Леди в сахарную вату. И собираются ее съесть. Нужно срочно найти ее. Пирог будет таким вкусным, когда мы добавим ягод. Леди, ты там? Леди, ты там? Леди! Леди, ты дерево? Леди, это ты? О, нет! Скажи, что это не ты, Леди! Доброе утро! Как это грубо! Может, Леди на ярмарке? Нет, Люси, Леди здесь. Но я не знаю, что из этого Леди. Нет, пожалуйста, не превращайте нас в сахарную вату. Мы невкусные. О чем вы говорите? Мы все знаем. Вы похитили Леди и превратили ее в сахарную вату, чтобы съесть ее. Вы правда думаете, что мы хотим вас съесть? Ну, мы слышали, вы говорили, что те, кто из долины, вкуснее. А еще у вас нет самой ароматной. Мы говорили про ягоды. В долине растут самые вкусные ягоды. А мы думали, вы едите малышек. Но мы только не знаем, где Леди. Успокойтесь, мы знаем, что делать. Леди! Леди! Кони, ты не видела Леди? Mm-mm. Леди! Леди, ты где? Я вижу только розовые пятна на ее доме. Да, леденцы! Спорим на мою золотую соску, что она на ярмарке. Она обожает есть леденцы и кататься на карусели. Вот она! Так и знала! Мы нашли ее, Лулу! Фэнтези Мэджик Тирс! Полетели за ней! Ух ты! Такое красивое небо! Как грустно, что этого не видит Лулу! Она вечно теряется! И как с этим быть? Дина, то
только бы шутить. Шартины такой красивый, это значит, день будет прекрасным. Ага, посмотрите-ка, к нам пришла экскурсия. Видите, это гейзер. Я каждый день должна следить за ним. Зачем? Потому что гейзер связан с фонтаном Magic Tears. И если что-то случится с гейзером, волшебный фонтан иссякнет. А потом исчезнет гора фантазий. Представляете? Ого! Это была бы катастрофа! Ты всем очень нужна! Знаю! Идите за мной, автограф я дам вам потом! Лунно-голубое, облачно-голубое, темно-синее и... Молнии-ягодное! Ха-ха, как смешно! Прыжки через мороженое! Ты побьешь рекорд! Раз, два, три, осторожней! Пустяки! Я уберу это с помощью... Супер-пылесоса Мисси! Нет, Бруни, этот пылесос очень мощный. Когда в прошлый раз... Успокойся, я все контролирую. Контролирую. Нет, смотри, что ты наделала. Иди-ка играй в другом месте, хорошо? Точно, и шарик возьми. Это странно, да? Ладно, пойдемте поиграем в другом месте. А? Что произошло? Фонтан больше не работает. Ой-ой, мой шар, с ним что-то не так. Эй, посмотрите-ка, похоже, фонтан засорился. Может, если засунуть туда палец? Если бы это было серьезно, Дина предупредила бы нас сигналом рожка. Внимание, тревога, что-то происходит! Ой! У меня рука застряла. Бруни, помоги нам! Что вы наделали? Я застряла, словно кто-то тянет меня с той стороны. Рим и Керни закупорили гейзер шаром. Что? Так это опять твои игры? И что теперь? Нельзя оставить Джесси вот так. Придумала. Давайте превратим фонтан в мороженое, и она вынет руку. Отлично. Да. Не получается. Вкусно, да? Но я все равно застряла. Ладно, давайте потянем сильнее. Я придумала. Постой, Бруни, не надо. Исчезла гора фантазий! Я знаю! Нам поможет суперпылесос! У тебя получилось! Гора фантазий почти исчезла. Но важнее всего то, что ты спасла нас! Да! Ура! Смотрите, все возвращается, как было! Фонтан снова заработал! Мой дом! Спасибо, друзья! Фэнтези Мэджик Тирс! Отпразднуем мороженым, что все так счастливо закончилось. Вкуснятина! Видите, здесь все в полном порядке. Хорошо, что я за всем присматриваю. Ух ты! Ты такая удивительная! В волшебном мире ты друзьям улыбнись. Cry Baby.
верните мне силу. Девочки, смотрите, какое странное облако я нашла. Странное облако мороженое. Ого, я хочу его попробовать. Осторожно, Бруни. О, ты же не умеешь плавать. Я тебя спасу. Рим. Время, остановись. Ой. Время, вернись. Ты такая ловкая. Вот если бы я не была такой неуклюжей. А тебе это не нужно, ты останавливаешь время. Как бы я хотела быть тобой. Ой, что это? Облако тает. Кстати, Тина говорила, чтобы мы не играли с облаками. Они обладают волшебной силой. А, это сказки Тины. Спокойной ночи, Рим. Надеюсь, тебе приснится радужный трамплин. Аляп? Ничего нет лучше кроватки. Доброе утро, Бру. Рим? Моя розовая челка. И что за голос? Это не мой дом. Это не я. Я поменялась телом с Дримми. Где мое тело? Стойте, стойте! Что значит Дримми – это Бруни? Тина! Это ужасно! Я Бруни! А я Дримми! Не может быть! Как вы обменялись телами? И почему я этого не видела? Я вчера сказала ей, что хочу быть как она! А я как она! Вы просто сказали «хочу быть тобой»? Ну, тогда я бы стала подушкой. У них было замороженное облако. Я же просила вас не играть с облаками. Они обладают волшебной силой. Я все выясню. А до тех пор я буду жить в ее теле, а она в моем? Привет, держи, Дримми, ты ведь любишь крендельки. Нет, Дримми, это я. Ты мне не веришь? Так смотри же, мороженое кренделек. И я потеряла способность делать мороженое. Это мне. Значит, я могу сделать его сама. О, слегка маловато. Не понимаю, что это было. Я остановила время на секунду. Нам нужно тренироваться. А? Что случилось? Минутку, а где мои крендельки? Ой! 6, 7, 8, 9 и 10. Нашла. Это было просто. Бруни, ты здорова? Я не Бруни, я Дримми. А это неуклюжее тело, Бруни. Мое тело так умеет? Ух ты, восхитительно. Я тоже раньше так могла. Мне нравится быть ловкой. Эй, девочки, я знаю, как вернуть вам ваши тела. Вы должны встать под облако, взяться за руки и сказать: пусть каждая фэнтези вернется к себе, так будет отныне, всегда и везде. Здорово, я хочу назад в свое тело. Прости, Дримми, но я не хочу больше быть неуклюжей. Бруни, постой, нам нужно поговорить. Ой, 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 вот это было падение. Держи, мороженое тебя утешит. Ой, пожалуйста, Бруни, верни мне тело. Хорошо, я верну тебе твое тело. Я привыкла быть неуклюжей, мне все равно. Прости, что была эгоисткой. Ты так здорово говоришь, ты лучшая подруга в мире. Пусть каждая фэнтези вернется к себе, так будет отныне, всегда и везде. Ух ты!